Стремечко упирается в овальное окно внутреннего уха. Внутреннее ухо, улитка, это система полостей и извитых каналов, заполненных жидкостью. В ней находится кортиев орган. Вот в этом-то органе и расположены слуховые рецепторы. Особые волосковые клетки, преображающие звуковые колебания в биоэлектрические. Как же рождается ощущение звука? Ушная раковина направляет колебания воздуха в наружный слуховой проход. И здесь они ударяются в туго натянутую барабанную перепонку и заставляют ее колебаться. Слуховые косточки усиливают колебания барабанной перепонки. И здесь эстафета колебаний передается жидкости, заполняющей костный лабиринт и улитку. Жидкость колеблется, смещаются рецепторные волоски в кортиевом органе. И механические колебания преобразуются ими в нервные импульсы. Отсюда по десяткам тысяч волокон слухового нерва импульсы бегут в мозг. В слуховой зоне коры больших полушарий, расположенной в височной области, происходит окончательный анализ характера звука.